Кости сбивайте, малюва. Диспальте, диспальте. Выводи, служи, выводи, выводи, танки, выводи. Если что, кто упал, можно вставать. Вас резать не будут все равно. Давайте дитя массакру дам, чтоб не убило вас. Танки молодец, спал, кастуйте. Не слышно? Слышно всех вас. Зашли на позиции. Лайк, кулаки, фанерокаски, дак Богдан.
Аж давай. А можно сумануть там ничего? Поставьте шкаф, пожалуйста. Что у тебя прокачано? Квесты не прокачано, если что. У кого-то квесты прокачаны есть, половина? Нету здесь холиков. Я ну, значит, холик. Тогда делай так, как есть, да, не более. Дави лапку. Два лока. Джебри. Два СС на... На кого? Давай СС на Вара из первой пати Саурк. Флейзм. Давай СС на... На кого, на кого? Шкаф поставьте. Давай на Селвика. Поставьте стол, подойдите к квадрату, поешьте. Лок, поставь еще огурцы. Дед Мазай и ИВДК, два ДК танка, подойдите к квадрату. Квадрату, квадрату. МТ квадрат. Так, сейчас, погодите секунду. Так, смотрим по кубам. Два танка, вы становитесь на кубы. Что делать, знаете? Отпишите, пожалуйста. Кто босса танчит? Квадрат. И Мазай может постоять на этом ромбике, я всегда там стою на всех рейдах. Попрожимаю. На монетку станешь, что я уже позначил, чтобы босса не путаться, разницы никакой нет. Окей. Я спрашиваю второй раз, знаю, но ни разу не стрелял. Ромбик, смотри, какая задача. Просто в АФК стоишь возле платформы, за 10-15 секунд я тебе даю анонс, ты заходишь на саму платформу. Когда кричу нажать на куб, босс нажимаешь на куб и держишь, вас прохиливает, все. Потом снова с платформы стал, рядом стоишь, отдыхаешь, киноху смотришь, ничего сложного. Еще надо три куба. Кто стоять умеет на кубах? Не-не-не, я тебя не кину на куб, у тебя ДПС много. А, минимум, подходи к квадрату. Где ты там? Блять, ты 32-й разбойник. Ну, хотя ладно, твой ДПС здесь не так критично, но все равно. Заберешь себе трусы. Еще два куба. Ты мне луну дал. Да жопы, блядь, на луну станешь. Хилов поставь. Да хилов не хочется. Успокоиться, давай, подходи сюда. Ладно, у меня есть все кубы, что мне надо. Успокоиться, подходи к квадрату, отлично. Получишь... Вот эту метку. И давай, Саурк, подходи. Вроде тут не по ДПС игра. Вар, подходи ко мне. Оп. Так. Ну и тебе достается звезда. Так, все, кубы все есть. Правильно? Да, все кубы есть. Давайте заходим. Сюда. Пробафали, все упрели. По костам. Три разбойника. Мириэль. Твои луна, минимум. Твои трусы, Радмир, твой звезда. Кикайте только стрелы. Если у вас есть возможность кикать остальное, кикайте. Но чтобы стрелы кикнулись в любом случае. Потом, Eternal Life. Монетка. И Дед Мазай. Кикаешь ромбик. Нет, Дед Мазай съебался, давай... И ВДК. Ну, это ты.
Ну, вар, лай, как тебе удобно. И ВБК, кикаешь и ромбик. И ВБК, плюс они, что ты понял, что делать. Только стрелы по приоритету. Остальное переживем. Потом по фирам. Три приста. Первый прист. Селвик даешь фир. Второй типа топ. Третий Войд Спирит. Уже ник полегче. Я скажу по бомжам. Так же само, Локи. Сначала Джейб, потом Флас. Так же само два вара. Сначала я, потом Селук. Фиры давайте только в голем по приоритету. Заливаем только таргет на ДПС. Таргет. У кого 25-я гильда есть? Ну вот, у кого 25-я гильда, после боя масс-рез. Так, танки. Дед Мороз. Дед Мозаик. Да да сраки. Твои трусы до луна и в АБК. Твои звезда и монетка. Мой, соответственно, ромбик. Окей. В принципе, все просто у нас. Хорошо сработаем, быстро закончим, пойдем дальше. Давайте готовность. Потом груль же, да? Ну да, да. Так, все. Танки повели свои цели. Работаем по ромбику изначально. Танки ведут, сводите всех вместе. Занимайте уже изначально свои цели, кто кикает косты. Работаем только таргетом. Только таргетный ДПС. Сначала по ромбику. Стрелы кикаем. Следующий черепок. Големы. Селвик. Давал Далфир. Первый гнев небес. Холипал, дай. Дал. Хорошо. Дальше по черепу работаем. Первый лох. Далфир. Больше, больше ДПС. Следующий фир дам я. Дал фир. Приз типа топ, давай фир. Следующий лог, давай фир. Гнев небес, паладин. Еще один гнев небес. Сарук, давай фир. Давайте фиры, фиры раздавайте все, они стоят. Больше фиры. Я вам массакру слил, чтобы не сдохли вы. Хорошо. Так. Быстрее заливайте, чтобы рез не приедет. Заливайте быстрее и сразу давайте масс-рез. Сразу масс-рез давайте. Успеваем масс-рез дать. Все, давайте масс-рез, я побежал босса ловить. Давай. Кубы позиции свои занимайте сразу. Если масс-рез не успели, дайте просто по ним два боя. Далее. Кто босса держит? Квадрат. Окей. Не бейте его, дайте я поставлю. Стопнули по нему ДПС. Пускай на пул дадут. На пул давайте. Все, давайте, что есть, но пока ДПС стопнули. Надеюсь, хилы распределились правильно. Друид, РДУ, ходишь, хилишь кубы. Все стали по стеночке, в огне не стоим. Паладины баф от огня включили. Да нет, я не оправдываюсь. Вспышка 15 секунд. Приготовились. 10 секунд, зашли на платформы. РДУ, не забывай кубы прохиливать. 5 секунд. Я трусы прохилил. Нажали. Молодцы. Держим, прохил кубы, РДУ. Все. Как только отпустили, рядом с платформой стали и стоим. Все.
Lock Flames, за Оменом следи, стопни ДПС, ты срываешь. Lock Flames, стопни ДПС, повторяю. Раскол души, у тебя есть скилл такой, 50% его отворишь. Кубы 10 секунд. Так, стопните, стопните флут. 10 секунд, кубы приготовились, зашли на платформы. Приготовились. Нажали, нажали, нажали. Молодцы. В огне не стоим, пожалуйста, ребятки. Чуть не скопытило вас. Шаманы мечи носят или нет? Нет. А дерево? Кто? Дерево, так, все, да? Стопнули, стопнули. 10 секунд, кубы приготовились. Стали на платформы. Нет. Приготовились. Нажали, 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 нажали. Молодцы. Тут тебе посох зайдет на дерево. Так, ну, на сову только. И древковые на кота. Если, допустим, этот основная рука без меткости, она считается более как это хиловская, чем кастерская? Если меткость, это РДД. Да, а если без меткости, это скорее всего хила, верно? Да. Окей. Есть. Да. Ну давай все, что хасткрит на хилов отдавать. Все, ты полену, а тебя привод, скорость будет. Тут такого посоха нет, на сову хороший посох. Да палатин никакое дерево. 10 секунд, кубы приготовились. 8 секунд, приготовились. Нажали, 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 нажали. Молодцы. Потолок упал, все стали по стеночке. Все, давай, Гео, ебаш. Не знаю, нахуй она тут, там, чисто, чтобы быстрее убили его. Пускай люди прожимки свои сдают под первым. Сложный босс, на самом деле. Очень. Так, после потолка сбился ДБМ. У кого ДБМ работает? Анонс дай мне. 25 секунд. 25 секунд, все, ты будешь говорить со мной. Как только 10 секунд скажешь. Угу. Так еще 20. Они обещают, может тоже сделать. Так, тихо, 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 без лишнего пиздежа. На 10 секунд, РЛ. Все, встали на платформы, приготовились, кубы. И? Нажали, 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 молодцы. Потолок. По стенке, по стеночке стали, ребятки. Джамиракай, стопни ДПС. Джебри тоже под стопой. Вспышку анонс мне. Сколько? 36 секунд. Ага, хорошо. На 10 скажу. Фауст Павенхан тоже стопай. Сколько? 20. После отбрасывания на платформы стали. Кубы стали на платформы, приготовились. 10 секунд, ребят, все на будет. Встали на платформы, готовимся. 5.
Нажали, молодцы. Потолок, осторожно. Один такой вопрос, почему Холли, который должен хилить танка, бегает и хилит кубу? Я сказал, я иду хилить, что у вас там дальше творится, я за боссом не вижу. Ну я соло 2 куба хиляю. Если никто не падает и все нормально, смысла претензий не вижу. Ну вот упал. Подними его, друид. 30 секунд. Он не куб? Нет, все, тогда похуй. Через сколько куб? 22. Все, нормально, с ним бьем. Кубы. Погодите. Кубы на платформы стали. Приготовились. Проходите кубы, если что, ребят. Приготовились, кубы. 10. Приготовились. Все, больше не анонс. Приготовились. Да добьется, я думаю. Приготовились. На кубы. Приготовились. Нажали. Молодцы. Все. Где-то. Что там на кого? Рестовые людей. Посох. Вы за вот этот посох сидите тут разговариваете? Нет. Да, тут друид спрашивал. Нет, какой я паладин. Какой нахуй друид? Какой-то друид спрашивал. Это же левый, а не посох. Ага, ну посох хороший. Это оффхенд. Ничего веселого не упало, короче. Разроли сейчас голову, пожалуйста, я на Грувляна не иду. После дискорда. Так, смотрите, давайте голову и сумку. Сумку на 22 слота или самоцветами? 20. А, окей. Первая голова. Кольцо 245-е топовое, ребята, рольте все. Стринкой, ой, сокетом. ЛМ, подходи. А, я тебе сейчас ее так дам. Мол. Вот такое будет. Все, ребят, спасибо. Удачи вам. Все, вас сумка. Ну, сумка. 20 мест. Для коллекции. Не знаю, нахуй она вам надо, но типа мне она точно не надо. О, сотку выбросил. Сюда. Сколько раз просили эту сумку перерисовать хотя бы на 24 слота? 22 даже, если вы перерисовали. Так, дальше летим на Гауля. Кто у нас на Гауля не летит? Один на Гауля не летит. Еще кто-то на Гауля, по-моему, не летел. Ты не летишь. Это хуёво, что ты не летишь, прям пиздос. Дальше нагуляю, добиваю. С груля какой падает? Штаны падают? Штаны и на плечи. Можно теперь на холика рулить? Ну вообще по правилам один рейд. Ну по правилам да, но чисто по-человечески это как-то непонятно мне. Ну просто здесь холиков нету. Ну окей, могу рулить. Просто мне нехуй делать, у меня уже Т9 есть на Редлика. Окей. А на Холика Т4 не собирается. Так. Ага. Ну вообще да, по-моему. Окей, на Редлика буду ролить. Не, ну погоди, я РЛ, само мне решать. Если тебе надо на Холика ролить, у тебя больше нет вариантов, то... Роль. Все равно шкапалов больше нет, латников. Кому уйдут его вещи, если не ему? Просто распылим их, это ж тоже неверно. Так нет, погоди. Забейте. Ну, если допустим, Редрик не хочет ролить на Редрика, пускай говорит, я заранее сказал. Ладно, разберемся, нету понту паниковать. Давайте на гуляпку засумоним, все людей добил.
на Рыдрика. Пушка с тремя сокетами. Пушка. Плечи, что на что? Либо плечи. Кисти РПП. Сокет 117-15. Спина. А ты можешь замутаться? Ну да, что-то ты шепчешь, я же не понимаю, заговор бабка читает, или что за хуйня творится? Милики, есть танк аспекте у кого-либо? Фулл шмот. По-хорошему наш автослетал сделал. Хочешь, могу тебе даже 1000 дать, если тебе горит. Каску обновите, пожалуйста. Потому что будет сейчас с рулем ебала на танка найти. Одного хотя бы еще. Может, ДЦ кинешь в патик ДД там на меткость? Может, повтори. Надо... ДЦ, может, кинешь в патик ДД там на меткость 1%? Может, кому надо? Давай, кому именно? Ну, я не знаю, кому там надо, парни, просто я смотрю, я с хилами сижу, нахуй, им надо 1% меткости. Может, он поможет. Так, ну погнали, пока стартовый трэш зачистим. Радмир, твой левый жрец. Минимум твой правый жрец. А, ну ебать, вообще без жрецов. Даже кикать ничего не надо, просто бейте. Так же, как я сказал, разбойники, садитесь, кикайте им косты, чтобы они не хилили. Читать это заклинание.
Так, поставьте шкаф. А, так ты можешь потанчить, правильно? О, хорошо, это АДД добил. Нормально, нормально. Ну ничего, у нас еще шкафов немерено будет. Все, сумон четвертая апатия бабос. Вторая апатия я сейчас засумоню. Ну и ждем, пока наш ДК поменяет. Сейчас добьем человечка. Может, у миликов есть еще танк? Даже такой слабенький пойдет. А сколько у тебя танков? Ну, три танка. Не хотелось бы четыре танка. Двоих я спекну. Просто в чем прикол? Типа, придется мне двух вот этих долбоебов первых танчить. Они ебало рвут, как я не знаю кто. Так бы четыре танка. Ты можешь троих потанчить, а два ДКшника, мага и лока по одному будет. Троих? Это кого я троих потанчу? С ну, короля, короля и тех двух петухов крайне. Они меня не отхуярят ногами? Как они тебя отхуярят, блядь? Любой танк 50 тысяч хп танчит троих. Ладно. На саппорт лучше хуякнуть или на хп? Да какой в пизду? Конечно хп. Хп и так висит. Ладно, тогда одного ДД доберем, а стоп. А, да, ДД я добрал. Все, тут человек. Бля, ну стрёмно, конечно. Я что-то не видел еще ни разу, чтобы туда танчил там. Там будет этот жрец убегать на хила. Вот через него играй. Бдилку на любого из танков, он, который это, маг будет там квартире лок. У тебя будет там обнуляться. Тебе вообще будет заебись. Фонарей, подойди к квадрату. Все. Так, что там танк? А, он сейчас, сейчас танк к нам залетит и пойдем.
Так, все тут. Давайте, все, в принципе, по тактике просто. Этеринал. Берешь на себя Кроша и Вабе. Берешь на себя Олма. Ну и я с Богом пополам тех три лоболелов попробуем. Да, рыба точно. Подошли к квадрату, поели. На ДКшников можно и СС дать, и на хули пало. Да. Дайте, пожалуйста, первый СС Джебери. Дай-ка. Холипало СС, второй дай. Холипало СС. Я буду в жопе стоять, меня никто не тронет. Ну смотри, да, двум ДК. Первый Джейбери и ВДК даешь, Флейзм даешь Этернал Вар. Этернал Вар, подойди к квадрату, я тебе саппорт дам. Потому что он ебало будет хуярить этим своим огненной плюхой, что ебанешься. Так, сначала заливаете черепок, потом заливаете хрестик. Первую собаку Джейбер и Бан, плюс они в чат. Вторую собаку Флейзм Бан, именно Бан, изгнание. Сначала черепок зальете, потом хрестик. Готовность. Танки, вначале прожмитесь, пока хилы нормально позиции займут. Хэпал, молю бога, не урони меня. У кого-то там есть ДБМ-пул? ДБМ-пул есть у кого? Да ты голосом пиздани на счет 3 и все. А, ну ладно, квадраты. Ага, квадрат, квадрату подойдите, танки. Танки. Еще танк. О. Все. Танки свои метки получили. Танки поняли, кому что танчить. Напуливайте сначала этот черепок на трусы, где они делись. Да на ДКшников нет смысла напуливать, с них хуй кто сорвет. Один хуй. На тебя можно приста напулить и все, остальное похуй. Так, ладно, поехали, танки, хватайте свои цели. Так, я пожмусь. Гео дали. Работайте. Первую собаку бан, первый лоб. Быстрее, молодец. Прохил рейда. Вторую собаку бан, быстрее. Второй лог, не спим. Дальше по хрестику сыграли. Сорвался. Бабл прожал, массаж подал. Опять сорвался на меня. Второй танк, монетку с меня сними.
ИВБ, монетку с меня сними, отведи ее. Работаете все по ромбику. Квадрат, ты не хочешь стенку отойти, чтобы тебя не выкидывали? Да, вот так встань. Иннер есть по холи Павлу? Давид, ебани ему. Ой, нет, у него еще из минут только будет. Второй Давид. Да, Иннер по холи Павлу. Все, все, дали. Хорошо. Или это не Иннер? Это был Гим. Я крылья прожал. Нормально. Захилю под клятвой. Эту босса побью. У меня по Адону вихря нет, я не знаю. Вихрь дался, я 50-50 прошу, и массакр. Не умрут. Отбежали. Да-да. А вихрь 6 секунд, 5 секунд, 4, 3, 2, отбежали. Можете под прожимками бить, если хотите. Охотник, рыцарь смерти, маг, чернокнижник. И запад. Ну ладно. Запад нормальный. Так раз мастерства нету. Разрулка в конце? Да нет, я сейчас после кавалера разрулю, блядь. Ну и по съебу дадите. Погнали. А ты роль все кроме Т4? А есть люди, блин, некоторые научи полутают, и тоже скажут, Димон, до свидания. Окей. Да боже, что там, сейчас все сделаем, давай сделаем. Идите, бегите, жрецу касты сбивать один из рук. Разбойник, садись, сними вон.
В рейд пошел, громила. Заберите танки. Чё вы убегаете от него, ебать? Вы ж к нам бегите, а не от него убегаете. Радмир, левого, Минимун правого. Работайте, все полагромили. Ну а ты прикинь, Этернал. А по-хорошему надо вот этих двоих долбоебов танчить. И Огненного, и Олма. Где только столько ресурсов нахуй высрать? Я не ебу. Да ладно, у тебя он офспек поживнее, чем у Евыбаки. Дживса есть у кого? Я не понял, разбойники, вы что, подохли? Вы косты же сам кипит, планируете? Нахуй ты вообще рогов ставишь на сбитие костов, я не понимаю. Разбойников? У него 25 энергии, а кик стоит, если что, блядь. Так опусти. Тут дамаг не нужен, за вас на дамаже. Просто стоит и кика, и все. Ну не знаю, у меня фетиш на разбойников. Привыкли, что они косты кикают. Я направо пойду. Давайте, разбегайтесь там. Био минутка, там вся хуйня, что вам надо. Паладины и бафы, эти рыбы сейчас поставлю. Бафы дайте, помогам, пожалуйста. И прошли квадраты, похавали. Смотри, короче, в чем прикол его бака. У тебя дживса есть? Поставьте, пожалуйста. Твоя задача будет просто быть вторым по агру. Больше... А дживс поставили вам. Сейчас я где-то нарую самого хари. Метку ожидаю. Дживса умными ходят, дожили. Не, ну, мы на крипах мы попадали. Починитесь все. Смотрите, ребят. Лу, это трусики. Будешь бегать вторым по агру? Из миликов кто-то с войсом есть? Любой милик с войсом.
Любой милик без войса, у кого есть IQ, просто я поставлю... О, Этернал, давай я на тебя метку поставлю, будешь водить от завалов людей. Подойди к наряжу. А что дурак, тебя будет просто на хаю... Ты видишь? Ай, ай, блядь, больно, ай, и в сторону уходишь, все. Ясно. Красивый Петр Франц. Есть еще, блядь, желающий милик? Так в смысле потерять? Тебе просто двигаться надо. Ой, боже. И что это было? Тот спойлер. Ну, молодец. Что, не видно, за кем он побежал, ебать? За друидом. Ой, блядь, конч. Рыбу проебали мою. Ну, молодцы. Ага, все, падайте, отдыхайте. Дочь, ёб. Диван дайте кому-нибудь. Какой диван, блядь? Пешком побежу. Заебись. Пусть 24 ебала нахуй отвечают за последствия одного дурака. Уёбка. Во, во, видите, завал. Вот так вот милик какой-то будет отводить в сторону. Я в любом случае кого-то назначу. Если у них хватит ума смотреть на метку, то может у них хватит ума смотреть на свое хп и на завал сверху. Ну, блин, не повезло. Забей, блядь, бывает. Первый раз вижу такое. А всегда метку ставят. Ну, блядь, что-то ебаться не хочется. Я чувствую, как просто будет половина миликов стоять и въебало ДПС ловить и думать, что их не прохиливают. Может, минус 100 кровов отдать? Нет, по себе, хорошо. Ладно, давайте без метки попробуем, окей. Давайте подходите быстрее. Здесь главное, чтобы люди друг друга не бежали, когда отбегают. Остальное пофиг. Да ничего сложного, там 10-8 метров ВНЖ, сколько набьете. Один важный момент. Этот момент очень важно чувствовать. Вам не обязательно отбегать от босса. Часть рейда отбегает, часть старается держать возле босса ВНЖ. Главное, чтобы от людей подальше. Только момент это чувствуйте. Нам не надо, чтобы 24 человека сейчас возле ног босса осталось. Вон по один. Главное, чтобы после хила 5 человек не стояло, как обычно это делают. Подошли к Дживсу, почини. Я понял вообще, в чем прикол. А, две рыбы поставили, нахуя не ясно. Вы это сделали специально, ебать, чтобы я потом не мог никому сказать, что с пугами без вайпов закрыл. Ну да, им же делать больше нехуй. Давайте, поешьте и бафайтесь полностью. И будем дела делать. Аналитик. Здорово, аналитик. Я тебя искал. Так, у нас 3 паладина. Хепал, знаешь, что делать? Лайк и фан, знаете, что делать? Что? Ну, баблса хорошо. Ну, Хепал, я в тебе, блядь, ну, был увереннее всех. Ты никогда на гуле баблсаков не давал? Обычно нет. Там люди все выживали у нас. Как это без его? Ну, он, блядь, имел в виду длань жертвенности на танка, блядь. Смотри. Они сакрой называют все способности паладина. Не все. А, сальва. Скажешь, когда на тебя кинуть? Я скажу. Сальва понижение акро, сагра понижение урона. Ну, все человек все знает. Короче, я скажу на зву. У нас есть зубы одни, есть несколько хэпалов. Потянем как-нибудь. Просто все. ДПС много вносите, и до этого момента не дойдем. Давайте готовность. Послухать, все живы, здоровы. Так, не забываем, пожалуйста, вторым по агру должен быть ДК. Напуливайте, контролируйте. Все крест, эти... дайте по хантам. Дайте по хантам крест. Дали? Дали или нет? Нет, значит, не дали.
Значит, не заслужил время за эту атим. Аспект поменять для начала. Наверное, бегаю, и бони начался, и поэтому я его не поменял. Все, 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 все. Готовность, давайте сейчас снова спулим лишний раз, еще пойдем время. Все, все, все готовы, так. Поехали. Контролируйте, чтобы ты усыпал вторым по агру. Напуливайте на него тоже. Следите за своим оменом. Так, разбежались. Тотема, кстати, тоже убивайте. О, дали гео, поехали. Героизм. Ебашь. Пин в голове у кого-то. Немножко стопните ДК дальше, чем должен. Немножко с ДК на пул снимите. Омен, ребят, у меня что, у одного омен? Все-все-все, ДК дальше работает. 90% держи. Но я хил, мне омен не нужен. Завал контролируйте чуть-чуть. Как в склепе, как ему... ДК немножко поменьше. Колечко падает, купите. Скоро удар земли будет. Побежали, отбежали, побежали, отбежали. Красава. Элемент сам встанешь. Добавьте его, каску дайте. Завал, осторожно. Я лучше массакру дам, чем сахар. И подбегу просто к вам. Симба хуже молодого. ДК немножко под стоп. Чуть-чуть. Настал момент, когда танк надо держать на фуле постоянно. Надо
Блядь, живи. Завал, завал, двигаемся, двигаемся. ДК чуть полегче. Так, ребятки, отбежались. Анжу Канки валируем. О, все пережили, еще нормально. Я дал первый свой сейв, потому что что-то чуть по жопе не получил. Десять стаков пистос. Десять — это нормально. В среднем с пугами так и убивается. Аккуратно с гречкой вас за секунду убьет. Джамиракай, стопай, ты в твою пару, тебя снесет сейчас, стопни, быстрей. Быстрей, быстрей, о, нормально. На тебе плюха в хайве полетит, до свидания будет. Так, Фанрен, первый бабл сакла отдавай, плюсуй в чат. Ты не плюсуй, просто отдай, блядь. Ну отдай просто, все, все хорошо. Отдал. Молодец. Это второй кто дает? Следующий отдаст Ликей, когда скажу. Ликей, отдавай. Не отдает. Ты отдавай, похуй. А, похуй, и так убили без проблем вообще. Даже дверь открытая, блядь. В зале? Чё там на кого? Говно. Блядь, два одинаковых токена упало. Хуета. Спасибо за рейд. Кому ничего не надо, всем спасибо, всем удачи. Можете хвастаться всем, что вы с пугами с первого раза закрыли. Это... А с первого... Уже давно с пугами с первого раза закрывается игру. За пять выпало. Спасибо. Можно за доброе... И на добром слове спасибо. Можно за пять пароль, где я пойду? Да, давайте. Мне просто только не нужно. Коучи. 100 сосать. Тебе... Да, да, не хочу. А кто ты говоришь? Что, бро, чел? Я говорю на холика, если бы вы не пиздели, я бы все на холика пошел рулить. Нет, не продам. Ах, тебе за сколько? Ты подумай, там цена нормальная, Кент, там цена нормальная, подумай. Нормально это сколько? Ну, ты поговори с ним лично. Если бы не токен, я бы ему продал. Подходи, поезд, жиг, вот эта вся фигня. За сколько взял? За 7к продал. Я за 12к продал. Серьезно? 12? Так много? Ты что, дурак? Я бы и за 7 не купил. Он за 7 продал, а я за 12 продал. А, у меня купили запы за 50к голды. Это когда? Случайно видеокарты так не продаете? Сейчас. Только что. Я спасибо, не понимаю, зачем ты озвучил, не понимаю, если... Пускай люди... Спасибо, бля. Не отказал, это прям четко. Айвишам, подходи. Значит, сильно нужны. Да ты, блядь, один на них идешь, подходи, что ты ролишь. Они хиловские. Подходи, давай квадрату у меня.
Палка вот эта. Она же на хила идет, ее РДД ролит. Ну, ладно. Это ладно. Либо для вас, либо фаермагу можно. Больше никому. Она же хиловская, нет? Типа без мерки. На ней не написано, так что она всем идет. Бля, ну тут очень сложно сказать, понимаете, какая. Ну, восполнения маны нахуй нет, я не могу сказать, что она исключительно хиловская. Либо ДЦ, либо фаермаг. Все. Типа топ. А админам хуй объяснишь. Она на всех идет для админов. Типа топ, подходи. Так что кто там что пишет, идет, не идет, это вообще никого не идет. Статы тоже похуй. Ткань с меткостью. Не, ну в основном я не долбоеб, я разбираюсь относительно хотя бы, что кому подходит. Селвик и Флазм. Сейчас, погодите. Селвик и Флазм, новый ролл. Мне не надо она с меткостью, блядь. Флазм, тебе надо?